Всем привет, с вами Алекс, и мы продолжаем изучать Python на сайте Python Tutor. Занятие 9. Двумерные массивы. Задача. Диагонали параллельные главной. Дано число n. Создайте массив размером n на n и заполните его по следующему правилу. На главной диагонали должны быть записаны нули, на двух диагоналях прилегающих к главной числа единицы, на следующих двойки и так далее. Окей, задача является логической продолжением предыдущих задач, и для ее решения воспользуемся примерами, которые представили разработчики. А именно, возьмем за основу генератор задания массивов, причем массив у нас будет задаваться не абы какими числами, а строго определенными. Здесь у нас есть в качестве элемента массива число, а именно разность чисел. Для задания. Давайте посмотрим, как это будет реализовываться. Итак, у нас массив задается элементами, имеющими индекс 0, 0, 0, 1, 0, 2. Если мы будем вычислять разность между этими элементами, то в первом элементе мы получим разность 0, во втором элементе мы получим разность 1, в третьем элементе мы получим разность 2. Как раз те числа, которые нам нужно вывести. То есть все эти элементы будут выстраиваются по диагонали параллельной главной и так далее. То есть основная идея этой задачи — это расположить элементы согласно вот этому правилу. Ну, после чего мы сформировали массив из данных элементов и выводим сформированные строки с помощью join. Как-то так. Давайте посмотрим реализацию других участников и разработчиков. Так, ну, здесь похоже. Далее. Угу. Хорошая реализация. Так, молодцы. Здесь тоже продолжение предыдущей. Здесь же сделали даже вывод. Генерацию массивов на выводе. В принципе, можно, но нежелательно так объединять логику расчетов и логику взаимодействия с пользователем и программами. Вот, тут красивое решение. Ну, как-то так. Что ж, надеюсь, этот разбор был понятен и полезен для вас. Если так, ставьте пальцы вверх, ставьте пальцы вниз, подписывайтесь на канал. Это помогает развитию канала. И давайте обратную связь. Постараюсь улучшать свои видео. Спасибо за просмотр. Пока.